эти попытки проведения, и проведения каких-то террористических актов, попытка нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре, мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени, вот, совсем недавно вооруженные силы России нанесли там пару ударов чувствительных. Но это как, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным. Киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет развиваться, чем она закончится.